Этот обаятельный малыш по имени Плео – одна из главных новинок выставки информационных технологий GTEX, проходящей в Дубае. Он воплощает в себе лучшие достижения в сфере робототехники и электроники. В нем есть около 38 датчиков, которые могут определить ваши чувства – страх, голод, негодование и любовь. Робот-динозаврик создан для того, чтобы стать любимым домашним питомцем. При первом включении его сознание и поведение будут как у детеныша недельного возраста. Дальнейшее развитие Плео зависит от окружающих условий. Он просто как младенец, который вылупился из яйца. Когда вы его достанете, он будет как чистый лист. Потом он будет изучать окружающую среду. Если вы создадите ему хорошие условия, он будет хорошим, когда вырастет. Если плохие, тяжелые, то он вырастет плохим. С помощью датчиков динозаврик видит, слышит, ощущает прикосновения, различает объекты и самостоятельно передвигается. Плео может заменить вам домашнее животное. Он может запоминать лица благодаря встроенной камере. То есть, когда вы приходите домой или дети возвращаются из школы, он запоминает их. Такой робот-динозаврик может стать прекрасной альтернативой для тех, кто не имеет возможности завести настоящих собаку или кота. Я раньше такого не видела. Динозавров в качестве домашнего питомца. Интересная идея. Это даже лучше, чем настоящие животные, поскольку из-за них всегда беспорядок. И их нужно кормить, покупать разные вещи, которые дорого стоят. Для очаровательного Плео главное – это внимание. Если с ним играть, то он будет жизнерадостным. Если игнорировать, то может стать недовольным и рассеянным. NTD, Дубай, Объединенные Арабские Эмираты.